Сладкий закон. Вы что же, слопали все конфеты? Но ведь столько сладкого, это же вредно. А я им говорила, что вредно. Но разве меня послушают? Да кто бы говорил, сама за обе щеки уплетала. Если бы не я, вам бы больше досталось. Было бы еще вреднее. Значит так, чтобы такого безобразия больше не повторилось, я объявляю запрет на сладкое на 2 недели. Вот. Две недели? Сколько нет? Правильно, папочка. Когда мы вырастем, то поймем, что это для нашего же блага. А я буду следить за тем, чтобы никто не нарушил твой запрет. Идет 3-й день запрета на сладкое. Нарушений пока нет. Но что-то подсказывает мне, что все еще впереди. А вот и первое нарушение. Кто бы это мог? Лиза, вот уж не думал, что ты первая меня ослушаешься. А? Но я... Это не я. Лиза, Лиза, как ты могла? Это вообще не моя конфета. Лиза, извини, мне сейчас некогда. Давай вечером поговорим, хорошо? Но это не я. Нужно узнать, кто же меня подставил. Пока папа не вернулся, я должна восстановить свое честное имя. Приветики. Не ожидал меня увидеть. Опа. И кто подкинул мне эту конфету? А? Кто-то маленький и незаметный. Ты нашла мою конфетку. Это и я ее потерял. А, сам сознался. А откуда она у тебя? Я ее взял у... Это секрет. А ну, говори. Малыш всего лишь пешка. За ним стоит кто-то покрупнее. Но кто? Лиска! Не знаешь, кто мог дать малышу эту конфету? Я не в курсе. Я тут просто подметаю. Вот. А чего это ты подметаешь? Сегодня же не твоя очередь. Как это не моя? Еще как моя! А вот это как раз не мое. Совсем не мое. Гвоздь мне в кеды. Генка, ты будешь свидетелем. Этот вужок дал малышу конфету. Я видела у него точно такую же. Представляешь? Сегодня вечером расскажем папе. Это же Воскин эти твари. Чего это ты за нее уроки делаешь? Все оказалось еще хуже. Это не то, что ты думаешь. Теперь и Генке нельзя доверять. Воска, что же это у нас такое творится, а? О чем это ты? Да двужок там вовсю старается, пол подметает. А ведь сегодня твоя очередь. Как это мило с его стороны. А Генка почему-то за тебя уроки делает. Наши мальчики просто чудо. Сама ты чудо! Это твои конфеты, ты их всех подкупила. Если хочешь, я и с тобой поделюсь. Нет, меня тебе не купить. А ну отдай! Эй! Ой! Лиска нашла конфеты. Нет! Нет! Да, потому что много сладкого вредно. Дело закончено. Теперь Воска не сможет никого подкупить своими конфетами, а мне осталось только понести заслуженное наказание и встать в угол. Я ж нарушила запрет на сладкое.